стратегии жанрового развития русской литературы в мировом историко-культурном контексте. Именно такое название носит конференция, которая уже не один раз собирает в стенах Брестского государственного университета имени Пушкина ведущих русскоязычных филологов мира. В очередной раз ученые в своих докладах и научных статьях поднимали для дискуссии актуальные проблемы творчества и рассматривали факторы, влияющие на развитие русской литературы нового поколения. Это все те, кто изъявил желание подискутировать по проблеме жанра, поскольку он действительно в последнее время стал актуальным в современном литературоведении, и мы хотели бы увидеть, чем занимаются наши коллеги, обсудить какие-то проблемные вопросы и, безусловно, прийти вот к такому коллегиальному, общему, конструктивному мнению о том, как жанр будет жить дальше. Международная научная конференция – это хороший повод для молодых ученых заявить о себе, выдвинуть те темы и проблемы, которые ранее оставались в стороне. Многие участники уже не первый раз приезжают в город над Бугом издалека. Причем приезжают не только для того, чтобы поговорить о литературе и творчестве, но и системах и методиках их преподавания в высшей школе. Мы работаем на будущее нашей общей жизни, потому что изучение русского языка, литературы открывает всем. Нет, не только здесь, в Беларуси, но нам самим в Москве большее пространство жизни и культуры. Поэтому я очень рада приехать вновь в Беларусь и участвовать не только с научным докладом, но привести своих учеников и работать вместе со студентами, может быть, даже школьниками в пространстве мастер-класса. На протяжении 2 дней активно работали научные секции, в рамках которых проходили открытые дискуссии и выступления. Международный образовательный форум завершился, однако еще не раз он соберет молодых ученых, увлекающихся изучением гуманитарных наук.